Приветствую, зритель. Сейчас проедем по 73-му кварталу района Хорошово-Мневники. Я проеду от начала проспекта Маршала Жукова от дома 3 по улице Мневники, дома покажу, вплоть до улицы Демьяна Бедного. Кому не интересно, не тратьте время. Ну а я начинаю. Мы находимся в самом начале проспекта Маршала Жукова. Здесь вот небольшой сквер. На момент съемки осенью 2020 года он был весь перекопан, так что заснять его не удалось. Мы находимся на нечетной стороне, около дома 3. Сейчас мы его объедем, и я покажу все, что находится внутри этого микрорайона, все дома, все постройки, и расскажу что-нибудь о них. Поехали. Дом 3 построен в 1959 году. Вот это вот проспект Маршала Жукова. Сейчас мы заедем во двор этого дома. Заезжаем. Он выполнен в форме тупого угла. А острием угла является сквер небольшой с памятником Маршалу Жукову. Ну а дом сам пятиэтажный, в нем 12 подъездов. Противоположная сторона уже находится на улице Мневники. Вот это вот самое, куда мы свернули. Как мы видим, тут есть и спортивная площадка, стоянка. За спортивной площадкой сейчас мы увидим это здание. Это электротяговая подстанция, когда-то питавшая троллейбусные линии. Теперь троллейбусы в Москве не ходят, так что не знаю, что она теперь обслуживает. Далее мы выезжаем на улицу Мневники, и впереди территория первого автокомбината. Да, мы поворачиваем, и перед нами здание 1952 года. Это учебное заведение. Когда-то было и как торговое ПТУ, и как вечерняя школа. И сейчас это столичный колледж индустрии сервиса и гостеприимства. Ну а на противоположной стороне гостиница, которая до пандемии очень активно использовалась гражданами КНДР. Далее справа дом 1951 года, административно-офисный. Неплохой такой домик, но сейчас мы за него заедем, и там весь вид этого дома будет портить жуткий абсолютно забор бетонный. Неужели нет денег на нормальную ограду? Это улица Мневники, дом 6. Довольно большое здание. А слева недавно выстроенное по программе реновации так называемое стартовое здание, куда будут переселять людей из близлежащих пятиэтажек, которые потом будут также сносить. Теперь еще раз справа находится спецприемник для лиц, арестованных по административным делам. 15-суточники и так далее. Есть информация, читал, что тут сиживал и Навальный. В советское время также использовался как медицинский вытрезвитель. Мы теперь проедем немного вглубь. Тут уже дома находятся по проспекту Маршала Жукова. Проезжаем 12-этажку 71 года. Тепловой пункт. И также 12-этажка 72 года. Это дом 11, корпус 1 с магазинами. Потом мы увидим их. Это 9-й дом и его территория. Это вновь 11-й дом. Сейчас мы его объедем и посмотрим магазины, которые в нем находятся.
Ну вот мы и с обратной стороны дома 11. Здесь, как я уже и говорил, находятся магазины. Вообще-то жить в домах с магазинами не очень, честно говоря. Я жил, это обязательно крысы, тараканы вокруг дома. Теперь проедем немного по безымянному проезду вглубь территории квартала. Ну вот мы и на проезде этом безымянном. Перед нами 13-й дом, который мы видели ранее, 12-этажка. Вот так она выглядит, выкрашенная недавно. Вот машинки тут снуют по этому проезду. Следующий дом уже по улице Мневники. Это дом 10. Корпус 4. 1970 года постройки. Объедем его с другой стороны. Вот такой домик. Сейчас листвы, когда я снимал, было уже не так много. Ну а этот дом мы проезжали, это по программе реновации. Стартовый, так называемый, дом. Далее у нас слева будет спортивная площадка. Даже какие-то трибуны есть. И вот такой змей. Почти Горыныч, но с одной головой. Спортивные детской площадки. И еще один дом, который мы сейчас рассмотрим и с другой стороны. Это 12-этажка. Вот она сейчас справа будет. Проедем немножко ее. В ней присутствуют магазины. 12 подъездов, довольно длинный дом. Дом 10, корпус 1, улица Мневники. Весь мы его проезжать не будем. С этой стороны сейчас заедем в арочку и проедем еще и по двору. Вот такой домик. Заезжаем в арочку. И проедем немного по двору. Вот так тут все устроено. 1979 год. Перед Олимпиадой построили. Согласно карте Москвы 1952 года, на этом месте пролегали железнодорожные пути, ведущие к овощной базе, которая находилась там, где сейчас находится МЖК «Атом». Вот такие вот фокусы. А граница Москвы и вовсе проходила по теперешней улице Демьяна Бедного. Вот так все изменилось с тех пор почти за 70 лет. Однако продолжим. Сейчас проедем мимо вот этих вот 12 этажек. Это дома 10, корпуса. У них будут три. Вот этот третий корпус. И за ним второй. Ну, это дом, который мы только что рассматривали. Это его двор. Далее также 12-этажка будет справа. Это уже второй корпус. Ну а мы будем углубляться опять на территорию, чтобы не ездить по краям. Приезжаем мимо второго корпуса. Улица Мневники. Следующий дом слева уже по проспекту Маршала Жукова. Его также позже проедем. Ну, а мы едем в сторону проспекта Маршала Жукова сейчас.
Здесь слева мы видим, сохранились пятиэтажки. Данные. Дом номер 15, корпус 2. 1966 года постройки, панельная. Не знаю, вошел ли этот дом в программу реновации, честно говоря, не посмотрел. Во всяком случае, он является претендентом. Ну, а впереди, прямо за ним, дом 17, проспект Маршала Жукова. Это 12-этажка, построенная в 1983 году. Мы можем наблюдать ее двор, хотя мы еще проедем по ней. Ну, это вот блочная пятиэтажка, еще одна пятиэтажка, дом 15, корпус 1, проспект Маршала Жукова. 1961 год постройки. Она выходит на проспект Маршала Жукова с той стороны. Ну, сейчас посмотрим тут окрестности вокруг этих домов. Вот такая площадочка детская. Довольно зеленая. И проедем обратно мимо этих домов вдоль проспекта Маршала Жукова. 17-й дом. Сейчас будем проезжать. Про него я уже рассказывал. Построен он в 1983 году. Что можно добавить? Подъезды у него, по-моему, на ту сторону выходят. Да. Три подъезда в нем. Впереди кирпичная пятиэтажка. 17, корпус 2. 1960 года. Такие вроде пока сносить не собираются, но если жители проголосовали, то могут и снести. И также еще одна кирпичная пятиэтажка, мы проезжаем. 17, корпус 1. 1959 год. Прямо дом 19, корпус 1, с множеством различных магазинов. 1990 года постройки. Ну, а мы проедем еще одну, двором одной пятиэтажки панельной. Вот этой самой. Это 17, корпус 3. 1968 года постройки. Справа от этой пятиэтажки вот видно ограду. Там находится детский сад, современный, недавно построенный на месте старого. Ну, как недавно построенный, в 2008 году. Трехэтажное современное здание. Впереди дом 12 по улице Мневники. Вот такой вот девятиэтажный дом. 1968 года. Можно рассмотреть его двор. Ну, а справа ограда детского сада, о котором я чуть ранее сказал. Детский сад видно практически не будет. Можно было там у ворот тормознуть, показать. Но я как-то быстро пролетел. И дом, находящийся на улице Демьяна Бедного. Дом 10, девятиэтажка, 69-го года постройки. Вот здесь в 52-м году и проходила граница города. Впереди дом, который мы уже видели сбоку с торца, это 19, корпус 1. Вот такое домище 1990 года. Ну а мы выезжаем на улицу Демьяна Бедного. На этом обзор окончен. Спасибо за внимание. Пока.